Ребят, всем привет! Наше утро сегодня началось с пинг-понга. Всем привет! Привет, ребят! Как у вас настроение? Пишите в комментариях, заваривайте чай и там что-нибудь покушать, потому что будет интересный ролик. Ха-ха, ель! Все меня глушит вообще по полной. О, папа приехал, видишь? Ничего себе. На почту приходит посылка. А я ничего не заказывал, я прихожу, а там вот это вот. А что это такое? Пап, будешь пинг-понг играть? Вот это я знаю, что это. Я когда-то заглядывал на такую штуку, на двигатель такой. Ну, прикольно, топовая комплектация. Ну, а что здесь, я вообще не знаю. Это Дример? Она открыла. Да. Класс! Подожди, можно... а никакого письма там не было? Не было ничего, просто забрал и... Класс, ты Дример! Короче, это, наверное, подарки тебе, я думаю. Это нужно гравюру делать на дереве, на стекле, на металле. Короче, да. Штука такая полезная для меня. В общем, многие подписчики переживали за нашего папу, что как же наш папа остался подарки, без подарков. Да. Вот и подарки подъехали. Папа, нужно письма вовремя писать. Так, это сетка. Рыболовная? Я так понял. В багажник, чтобы по багажнику ничего не летало. О. Это джип? Да. Угу. Я так понимаю, это можно их БВ использовать. Так, достойная вещь. Достойная вещь. А это, смотри, сумки, да. А, это сумки для багажника Рубикона. Сюда все тросы влезут. Покажи. Ну, не все, ну, так как здесь вот две это... сумки, то влезут все. Да, сумка, а конечно. Вот это, смотри, да, на заднюю дверьку система моли. То есть можно вообще сюда нацеплять, что хочешь. Система моли? Да. Ну, так то есть это называется. Резиночки? Это не резиночки. Это не резиночки. Это такая тема. Короче, потом как-нибудь покажем. Пап, это прикинь, сколько сюда можно зубных щеток понавтыкивать. Да. А почему не резиночки? Вопрос. Потому что ты к этим штукам цепляешь такая. Разные сумочки. А-а-а. Это сюда не должно вот что-то конкретно цеплять. А сюда именно сумочки. А ну что это такое? Блин, это вообще. Это. Смотри. А это что такое? Я в этом не разбираюсь. Всякие для джипа, то есть переходники, чтобы влага не попадала. Ого. Это она... Это штекера. Это не слишком много, пап? Нет. Штекеров. Ну это же Дед Мороз может, подарил. Немного, может немного. Короче, оказывается, я тоже не остался без подарков. А покажи этот набор еще открой нам. Вот этот набор. Такой, что это такое? Мне интересно. Это Дример. Это набор, который папа мне показывал однажды. Я говорю, Вова, у тебя столько всего есть в гараже. Тебе да, некуда не это хватает. Все слаживать. Да. Все, а вот этого набора не хватало. Вот не хватало. И смотри, хорошо, что был повод. Был Новый год. Смотрите, в чемоданчике. И Дед Мороз подарил папе подарок. Правда, с опозданием, но подарок же приехал. Главное, что подарок подарил. Я думаю, у Деда Мороза просто или у Санта-Клауса. Короче, вот такая тема. В общем, я думаю, у него олень сломался. А что им делать? Да не можно что хоть сделать. Здесь и мини-болгарка, тебе и шлифовалка, и полировка, и резка. А тут есть где-то картинки, чтобы понять? В общем, я думаю, что мальчики понимают, что это такое. Кто разбирается, понимает, пишите. Папа наш точно знает, что с этим делать. Я найду ему применение. Пап, это Дример же больше по металлу, чем по дереву. И по дереву, и по металлу, и по стеклу, Тиш, что хочешь. Что можно делать, значит, по металлу, значит, делать какие-то узорчики там, полирует металл, и также дерево. Дальше потом тоже что-то непонятно, потом резать может еще. Ну, короче, сверлить может. Ну, очень большой функционал у него. Вот количество для души, когда хочется чего-то там поковыряться в гараже, поделать, ты берешь... Вот, это насадки, я да, так понимаю. Да, я поняла уже. Это, наверное, болгарочные. Да. Так, это а ну давайте еще расскажем, что мы сегодня будем делать. Мы идем сегодня во дворе расчищать снег. Да. Снега насыпало много. Покажи в окно, или персеты будут. Хорошо, что есть снегоотвал. В прошлом году мы его купили. Мы еще думали покупать, не но покупать. В садовом доме нужно его сейчас достать, собрать. Давайте, будем перейдем. Снимать и показывать это все. Так, переодеваемся да. На зимние вещи и погнали. Да? Давайте, да. В общем, оставайтесь с нами, будет интересно. Возможно, даже Тиша попробует что-то там управлять. Вова, разрешишь ему вместе с тобой? Да, пускай. Я думаю, ему будет интересно. Переодеваемся. Ждем Даню, пока Даня одевается.
Тише, а про кадабра? Он впервые всех вышел на улицу. Папа чистит БМВ, машину нужно отогнать. Для того, чтобы почистить двор, мы, может, их даже за территорию двора, да, наверное, выгоним его. Сейчас посмотрим. Мы можем красиво здесь их подобрать, а потом сюда перегнать. Посмотрим сейчас, как нам будет удобно. Ух, снега насыпало, да? Вчера, кстати, я с Тишкой гуляла, насыпала снега на машины, и я вышла, тоже почистила свою Теслу. Молодец. Твою я чистила. А я твою почистил. Спасибо тебе. Я просто бы даже и не достала, мне кажется, чтобы твою почистить. Она повыше. Как-то так. Тише, зови Даню, сынок. И давай мусор вынесем. Зайка, где ты? Сегодня моя очередь выносить мусор. Да. Поэтому Тише его выносит как может. Хорошо, что снег, и что пакеты не порвутся, Тиша. Да, надо бы пушистого вытереть. Пока ждем Даню, занимаемся полезными делами. Вынесем мусор. Расчистим машинки наши красивые, да? Да. А потом мы будем снимать дальше. И расчищать наш двор. Смотри, мам. Так, гуляка. Настолько снег, какой пушистый, как вот такие. Я не наступаю, давай. Тиша, давай так, зимой ты выносишь мусор, летом Даня, давай. А если пакет порвется? Ничего страшного. Пойдем. Это уже потом. Ты так забавно выглядишь с пакетами мусора. Вау. В общем, у нас здесь мусорный бак. И раз в неделю приезжает машина и забирает мусор. Что очень удобно, да? А еще, если будет мороз, может, успеем залить горку и покататься, да? Да. Мам, аккуратно. Тут да экспонат. Не трогай твою сосульку. Экспонат музейный. Ребят, у нас есть садовый домик на территории, где хранятся газонокосилка, какие-то грабли, веники, вот снегоотвал. Ну, тяжелый? Ну да, вот, по сути, этому креплению же нужно сам снегоотвал прижимать как-то, да? Зимой. Папа, я вспомнил, как я год назад палец сломал. Да, я предлагаю поаккуратнее тебе. Да, виновником был снегоотвал. Квадроцикл нам же нужен, без квадроцикла мы не справимся. Но мне вот папа недавно сказал, что такие снегоотвалы есть на джипы. Наверное, умнее было бы нам бы и на джип брать, да, когда-то? Что-то мы не подумали. Нет, у нас здесь нет такой территории, да? Чтобы... Ну ладно. Я пойду одену перчатки. Закрывай садовый домик. Там ключ есть, да, двери? Наши тюбинги. Тот тюбинг с прошлого года мы продырявили, купили 3 новых. Вчера, кстати, катались на тюбинге. Тише, скажи, классно было? Мы решили попробовать, каково это на тюбинге, вспомнить. Классно? Поэтому сейчас расчищаем дворик наш, а потом постараемся успеть поснимать еще покатушки на тюбинге, потому что на завтра передают уже плюсовую температуру, а это говорит о том, что снег, к сожалению, начнет таять. А зачем мы тогда будем чистить? Чистить? Да. А я не думаю, что он так быстро тебе растает. Там может быть через день снова минус, там, понял? Ну, неизвестно, что будет. Но пока минусовая температура, нам нужно сделать то, что нужно. Вот стал вопрос почистить двор. Стал вопрос почистить двор. Чистить, да. Стал вопрос, есть снег, можно кататься на тюбинке. Значит, едем и катаемся. Сейчас еще один ключ надо взять. В общем, как-то так. Я пока искал свои перчатки, не нашел, поэтому пришлось одеть варежки.
Маленькие варежки, лыжные. Я их, они, во-первых, маловаты, а во-вторых, я сжимаю руку, смотрите. Вот это я сжал руку. И все больше не сжалось. А варежка не сжалась. Это супер теплые варежки, но скажи спасибо за то, что я тебе их одолжила. Ну спасибо. А еще у Дани новый костюм. Да. Пишите в комментах, как он. Ну, это такой интересный, короче. И пишите, короче, еще, это, штаны большие или нормально? Потому что я маме говорю, что большие, мама говорит, что нормально. А ну вот, напишите, мне прям интересно. Курточка размер М и штаны тоже размер М. Мне кажется, что я в этих штанах выгляжу вот так вот. Вот сейчас, когда ты так стал, да. Но вообще нет, ты придумывай. Вообще вот так вот, ну короче, пишите, мы посмотрим. Как вам вообще этот костюм? Мы когда выбирали Дане костюм лыжный, я снимала в Инстаграм, поэтому кто не подписан, обязательно подпишитесь на Данин Инстаграм. Мой, Тишин, Папин. Вы увидите там то, чего нету на Ютубе точно. Это по ссылочке в описании все можно найти. Да. Легко. Даже вот вчера мы катались на тюбинге с Тишей и с папой. Я предлагаю Дане взять лопату и... с этой стенки отбросать снег, чтобы мы отсюда его туда тянули. Давай. А где взять лопату? Лопата с той стороны. Ой, за дом в домике? Нет, не с этой. Тиша! На кого ты сейчас нарываешься? На кого? На лопатача! На меня ты нарываешься. Тиша, лучше его не трогай. Лопаточка, лопаточка! Тиша, у него лопата, лопаточка. У тебя маленькая снежка. Бывали. Приятно видеть. А, когда смотри, он так ко мне не подойдет особо. Наверное, каждой маме. Важно, чтобы дети помогали. Он не хотел попасть. Эй, будь мужиком, малыш. Короче, Тиша теперь хочет помогать. Говорит, дай я, дай я. Вова, зачем снегоотвал? Тиша может весь двор расчистить. Да, давай. Мы так вдвоем быстрее очистим. Давайте. Смотри, как у него хорошо получается. Там. Снег легкий. Да, Тиш? Не очень. Только ты в сторону отбрасывай. Это все, на что ты способен? Да. Спасибо тебе, ты очень помог. Дань, поможешь мне направить? Помогу. Упал, вон. Иди, стой. Так, эту попал, и вторую давай вытягивай, вытягивай. Все. Чуть пошла, чуть-чуть. О, есть! Да, да. Она же 20 минут. Все закрыто. Все защелкнулось. Хорошо. Дочисть здесь, дай. А что я не дочистил? А чтобы отсюда мог сразу чистить. Ага. Вот, вот бросаешь, чтобы стал вместе с походом. Ты прям как бригадир у нас, Вова. Ты даешь задание. Я просто прошу, чтобы он помог. А мы тебе помогаем. Как и должно быть. Кто-то же должен командовать. Еще нужно машины отогнать. Вон, давай сразу это сейчас сделаем. Сейчас я здесь прочищу, и мы сюда придем. А почему ты не хочешь их туда дворнику забрать и здесь красиво все? Я туда сюда сейчас. А, ну да. Ой. Ой, ты это делал специально. Ой. Я уже видела, Даня. Это было смешно. Нормально так? Да, сейчас если я лезу еще чуть-чуть, я эту сторону бросаю, а потом здесь почищу. Какую сторону? Ну, еще сюда, а потом здесь почищу. Тиша! Что делаешь? Сынок, что делаешь? Зажигаю. А зажигалка не работает. Да. Да. У нас разрядился аккумулятор. Так, так. Так только что же ты ехал.
выехали из гаража, все ок было. Ну как так? Ну несправедливо же. Ехали. Давай заряжать аккумулятор. Давай, Зим, давно не ездили. А сколько нужно времени, чтобы его зарядить? Сейчас чуть-чуть и зарядим. Минут 10, да? Я быстро его заряжу. Вот тебе и на. Хотела успеть многое. Да это быстро, папа говорит. Да, ну давайте. Идем тогда. А ты пока тут сделай, да. Папа достал уже супер длинную переноску. Тиша помогает, все оперативно. Тиша хочет успеть еще на тюбинге покататься сегодня. Успеем или нет? Не знаю, да, давай. Успеем, конечно. Держи. Держи ее. Мы, если тишь запланировали, нам всегда помогает Бог и Вселенная. Ты помнишь? Ну вот, Тиша уже расстроился. Говорит, мама, солнце садится. Я говорю, нет, солнце еще высоко. Мы все успеем сегодня. Сейчас 5 минут и поедем. Супер, видишь, Тиш, не нужно даже полчаса ждать. 5 минут и едем дальше. Главное помогать папе, что куда нужно. Едем? Едем дальше снег расчищать, а потом поедем на тюбингах кататься, если хочешь. Хочешь на тюбинге покататься? Да. Это такой все. Кайф. Тиша вчера такие эмоции испытал, поэтому хочет сегодня снова, да, сынок? Ну как же, Аву, объясни мне, как это бывает? С гаража выехал, а потом раз и сел? Я не знаю. Так бывает. Но это точно аккумулятор? Да. Ясно. Хорошо, что у тебя все есть. Это да. Этот аккумулятор на случай, если вот разрядился в машине? Квадрик, это зарядка. Машины. А, это зарядка. Заряжает аккумулятор. Угу. Устройство зарядное, вижу уже. Смотрите, как у нас грязно здесь под сиденьем. Ну так мы же ездим не по асфальту. Да, ну казалось бы, квадроцикл грязи. Чистый, а на самом деле не все так гладко и красиво. Но так ты знаешь... заправиться нужно. Да. Но ты знаешь, вот сколько мы катаемся, и мы реально катаемся не просто там по песочку, да, ну реально по болоту, по грязи, а я вот смотрю на него и впечатление, что как будто бы он новый из автосалона только. Ухоженный, значит. Да. Так, а где пацаны поразбегались? Они поняли, что это надолго, пошли греться. На улице, кстати, мороз сегодня минус 13, да, или минус 15? Минус 10 сейчас, да. Ну, в общем, прохладненько, за щечки мороз кусает. Аккумулятор зарядился, это когда быстрее, чем мы думали даже. Вот, теперь надо заправить, собрать. Ты заправляешь или заносишь вот это вот на место? Давай заносим. Ты не сломай. Сложи. Где его место? Там на столе поставь. Я потом на место его положу. Так, заправить это тоже такой крутик, я бы сказала, немаловажный. Потому что можно сейчас начать работу, а потом оп, а топливо закончилось. Далеко не уедешь. Да. Место. 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 Что, не идет? Место. Что? Не идет на место? Еще раз. Не идет он на место? Не идет что-то, не хочет, пап. Я ему говорю место, а он не слушает. На стол поставил. Нет, так он ему говорит, иди на место, а он не хочет. Место. Не слушает? Нет. Может, его в резетку нужно включить? Погоди, может, его нужно дрессировать вначале дать? Так я вот его дрессирую. Смешной такой, я слышу, что-то там место. Я думал, Тиша вышел. А я думаю, что происходит вообще? Так, а сколько бак? Какая емкость бака? Ой, я не помню. Не помнишь. Ну, литров 10 же должно быть? Нет, литров 20 точно. Ой, 20 это хорошо. А 20 она не поместится уже, да? Надо проверять. А Тиша греется в доме, а мороз сильный, прям чувствуется. Да, Даня? Да, поэтому я одел еще вот такую вот штучечку. Так, это варежки. Тащи в гараж это тоже ложи. На место, да? Да, на место. Это
Такую штуку я делал, короче. Баф называется. Так дышать не больно. Так, я надеюсь, у нас сейчас и работа пойдет. Я думаю, он сейчас заведется. Надеюсь. Знаешь, приятно, что снег выпал. Хоть его нужно и расчищать, но это же как круто. Я вот в окно гляжу и приятно. Еще канистру на место. Цикл для этого. Ну да. Какой-то мощный желательно. Понятно, можно нанимать человека, который будет приходить чистить, ему нужно каждый день отстегивать. А можно купить снегоотвал и в удовольствие почистить дворик, потому что для папы это реально... Нет, так это пока он приедет, этот человек еще, пока там сюда будет что-то тут скрипсти, вот это вот. Короче, да. Проще снегоотвал нам. Полдня нужно потратить для того, чтобы почистить двор. Смотрите, как это получается. Нефиг делать просто. Еще чувствую, что Тиша в этой кучугуре играть будет, да. Так, идем, заведем папину BMW в пробег. Сейчас машину нужно отогнать. Идем. Да, пока папа чистит, мы будем тоже делом заниматься. А потом заварим горячего чая вкусного, чтобы согреться. Что, а зачем ее обогнать, это отгонять? А, ну, нам же нужно подъехать ближе к ней, чтобы расчистить снег. Нужно. Нам нужно машины сейчас убрать сюда, в рядочек, где папа почистит. Ясно. Просто, чтобы вы понимали, BMW прогревается полчаса. Почему полчаса? Минут 10 парков. А Теслу завел и поехал. Это да. Теслу прогревать не нужно. Что мне делать с этим? Это прям сними, Варя. Для меня квест это ключ открыл. Это моя машина Тесла, потому что я люблю все быстро. Я люблю, когда нужно ехать. И поехал, и ничего прогревать не нужно. Ты же умеешь заводить, да? Нет. Сейчас проверим. Потому что я папину машину не знаю. Я знаю Теслу, я езжу на Тесле. Я знаю, что к чему на Тесле. Смотрите, что она пишет. Босс, добро пожаловать. Добро пожаловать, босс. Прикольно. Да когда папа так говорит, что босс. Привет. Можно что угодно написать. Надо дверь закрыть, скорее. Завел я. Еще нужно Теслу отогнать. Сможешь? Отогнать? Да. Переключат Теслу. Да. Вообще-то не возьму я его. Потому что он, где он? Он в коридоре? Там на полочке. Че? Теслу отогнать, говорит. Закрой гараж. Вов, скажи, как быстро. Да. Вот буквально ты потратил, наверное, минуты 3. Посмотрите, сколько снега расчистил.
Осталась примерно такая же территория. Я там не знаю, как там передачи переключать. Там же какая-то коробка. Давайте я помогу. Там что-то я не знаю, как там. Ну что, Дань, поехали? Передачи, да, как в Мерседесе здесь. Вот. Здесь? Да. Ага, понял. Это паркинг? Да. А потом это назад, а вниз это драйв. Ну, поехали. А тормоз надо зажимать? Да, обязательно. Хорошо. Так. Это вперед ты едешь. Да, я понял. А оно без тормоза не едет, да? Вот. Папа говорит назад сдавать. Назад? Ну ладно. А, ну да, я так не впишусь, в принципе. Хорошо, хорошо. Хорошо, ровно. Хорошо. Папа, не нервничай, все ок. Папа переживает. Да, папа помогает нам. Даня едет. Мама снимает. У нас команда прям вообще топ. Еще. Нет, тут надо отъехать. Я просто этот, папа подсказывает, чтобы поворачивай там. Чтобы я не задел это. Даня, я тебя не видела еще за рулем. Вот так вот. Как вот? Вот так вот, прикольно. Теперь передняя, да. Что, задрифтим прямо так вот? Взим возле бэхи. Ты что, куда? Нет. Так, папа нам показывает. Еще чуть ближе туда бери. Все, супер. Вот так вот и живем. Да, чувствую, я чувствую. Просто читаемая, читаемая такая. Стоп, Даня. Да я контролирую, что вы, успокойтесь. Паркинг нажимать? Я нажал. Супер, ты как так быстро разбираешься? Чу, так это вообще. Даня впервые сел за руль Теслы. Во, у него хорошо получается, мне кажется. Так он сидел, отгонял ее уже не раз. Нет, я Туксон отгонял. На джипе, да, и на Туксоне. Так, давайте быстрее, я стою и чисто пьем чай и едем дальше. Да. Папа теперь перегоняет БМВ. И осталось всего-то ничего. Еще немножко и подварить. Между прочим, оказывается, что Тесла всего лишь на сантиметров 10 или 12 меньше в длину, чем Бэх. Это так не ощущается, блин. Я сел в Бэх, у Бэха кажется намного больше, чем в Тесла. Громоздкая такая, да, она большая, длинная. А Тесла кажется какой-то комфортной. Типа там такой, и внутри аккуратной. Комфортно, и при этом она не кажется громоздкой. Да. Интересно как-то. Все. Дай, чисти еще там вначале под стену, чтобы я так же сам все стягивал. Все, чистим дальше. Давай. Ребят, я успела заварить чай. Посмотрим, что сделал папа. А папа все сделал. А меня не было всего лишь минуты 3, может 5 максимум. Посмотрите, как этот снегоотвал помогает нам по хозяйству. И какая-то незаменимая вещь. Решил и дорогу почистить. Это снег, который он вытянул у нас со двора. Поняли? Вот здесь был у ворот снег. Поэтому теперь нужно убрать за собой. Это снег, который расчищали соседи. Идеально, супер. Во, я пошла разливаю чаек, а ты приходи на чай. Ты же заканчиваешь, да? Давай.
Гляньте, как у нас стало красиво во дворе. И прикольно, что есть снег. Потому что Дед Мороз и снеговик без снега, ну, как-то не смотрится. Наелся снега, бедный Дед Мороз. И все? И так все, быстро. Да. И даже вот там, вот за углом тоже? Везде, Дань. Ничего себе. Ну, тогда, папа, ты заработал на чай с этой. С пирогом, который Даня выпекал. Да, вот. Такое редко бывает, но спасибо Дане, что вчера побаловал нас пирогом. Мы согреваемся, пацаны. И можем ехать кататься на тюбингах. Да. Мы успеваем. Вчера заварила им такой чай. И они сказали, что, мам, это очень вкусно. Да, это очень классный чай. Там же чай с ресторанчиком пирогом. Данин пирог и халву папа захотел. Давайте, садитесь, быстро. Все, возьмем. Я, какая разница? Папа начал активно Тишу несколько дней уже тренировать в пинг-понг, да? Тиша, и, между прочим, он его не просто тренирует, он его заставляет реально тренироваться. Тиша настолько владеть свой уровень игры в разы прямо. Серьезно. Моя школа. Смотри, как почти. Он уже начинает тушить и вот это все. Видите? Но он почти пытается, да, он чуть старается. Чуть ниже тоже попадает. Но, по правде говоря, тренировки у него каждый день сейчас. Ну, по правде говоря, нет! Пока Даня допивает чай, капец, папа я в шоке. Уже играет с Тишей. Они уже выпили чай, уже играют в пинг-понг, а я только еще полкружки только выпил. Все, горячий чай. Потому что мы любим горячий чай. 3-0 в мою пользу. Тиш, покажи еще ребятам, что папа тебя заставляет делать, чтобы ты лучше владел шариком. Перед игрой я тренируюсь, разминаюсь. Папа говорит мне либо набить 15 раз вот так вот, вот, либо побалансировать шариком и обойти вокруг стола. Покажи как. Вот так вот. Ну, обойти стол для пинг-понга. Мой рекорд 2 раза. Еще ну, набивать, и вот так переворачивать вот так, ракету. Да. Покажи как. Короче, Тиша подходит и говорит папе, пап, пойдем играть. Папа говорит, набьешь 15 раз вот так, буду играть с тобой. И Тиша иногда нервничает, у него не получается, но до тех пор, пока Тиша не сделает то, что сказал папа, папа с ним не начинает играть. А еще большое спасибо Деду Морозу за подарки. А еще, ребят, если понравилось видео, обязательно ставьте лайк. Мы вас любим все. Пока-пока. Всем пока, я еле чай допил, уже горло горит, короче, все, я растаял. Ждите следующие видео по катушке на тюбинге. Да.